Три часа на сцене оперного. Украинская певица Джамала на выходных выступила с большим сольным концертом для одесситов. Исполнила не только веселые джазовые хиты, но и песню, с которой победила на Евровидении 1944. За день до концерта Джамала присутствовала на открытии международного кинофестиваля. Говорит, ее глубоко поразил фильм «Маргарита». Это певица, которая, по сути, она безумна, но она говорит совершенно потрясающие вещи. Она сказала, без публики музыка мертва. Вот эта вот фраза, это просто, ну, она просто, я с ней сегодня проснулась утром. А ведь это правда. Не думайте, что вы приходите на концерт и давай же, Джамала, мы уже слышали эти песни 150 раз, и удиви нас, удивите вы меня. Певица рассматривает возможность стать ведущей международного музыкального конкурса Евровидения. Говорит, Одесса – это идеальное место для его проведения. Середина мая. Зеленый город, красивый, гостеприимный, с чудесной кухней. Куда ни зайди, везде вкусно. Люди улыбаются, морской воздух. Ну, тут сам Бог велел вообще устраивать фестивали, которые сейчас, да, вот и кинофестивали. Я считаю, что это вообще просто, ну, идеальное место. Площадка должна отвечать определенным характеристикам, она должна быть крытой, должна вмещать не менее чем 15 тысяч человек. И это основная проблема, которая стоит перед организаторами Евровидения в Украине. Потому что такой площадки нет ни в одном городе Украины, вот так вот готовой, чтобы зайти туда и начать трансляцию.